Эти ребята нашли на улице в дождливую погоду вот эту маленькую обезьянку. Они, конечно, ее забрали и увезли домой, чтобы ее починить. А, смотрите, обезьяна не понимает, что происходит, почему я валяюсь под дождем, почему я такая мокрая. И вот этот человек забрал эту обезьяну, помыл ее, сейчас ее нужно ее напоить. Она хочет съесть бананы. Бананы у нас в России не растут, поэтому это будут привезные бананы прямиком из Бразилии, прямо да, оттуда на пароходе прямо достанут бананы. И обезьянка поела, и теперь она счастливая, и все, снова готова идти в бразильские джунгли.